Говорят, древние славяне были настолько гостеприимными, что даже уходя из дома, оставляли дверь открытой. А на столе стояло угощение, на тот случай, если появится нежданный путник, пока хозяев нет дома. Согласитесь, сейчас в это верится с трудом, но именно так когда-то жили люди на нашей земле. Так, нині двері ми зачиняємо, але гості завжди знайдуть на нашому столі найкращі страви, а господиня зустріне їх у найкращій сукні. Традиції української гостинності залишаються незмінними.